Послушайте, спасибо. Времени у нас мало. В принципе, нового политического мышления они работают. Да, вот такое было. Потом Брежнев, потом все другое. Знаете? Я хочу сделать заявление. Эти люди трусы. На трибуне Эдуард Амбросиевич Шеварднадзе. На благо нашей великой родины, на счастье всего советского народа, во славу нашей ленинской партии, во имя торжества коммунизма. Да здравствует советская Грузия! Пусть здравствует и процветает Союз Советских Социалистических Республик, живое воплощение идей Владимира Ильича Ленина, ленинских принципов национальной политики. Слава КПСС, руководящей, направляющей, организующей силы развития нации и народности СССР, укрепление их братского союза.